Александр, Неля, добрый день. Сегодня 21 декабря 2019 года. Как и обещал, снимаю второй видеообзор по изготовлению вашего дома. Сейчас я нахожусь между трех колодцев, то есть трех частей нашего дома. Вот первый колодец, про который я уже снимал видео. Далее у нас идет второй колодец, это вторая часть нашего дома. И вот уже Саша Дьяков заложил третью часть, срубил три ряда. Третья часть колодца. Видим мы, что здесь у нас идет, где вот справа такая прирубленная терраса, уже сделаны узоры под крайние бревна, и крайние бревна сделаны чуть длиннее, это уже на эти бревна будут опираться у нас стропила. То есть сруб потихонечку поднимается у нас вверх. Здесь мы видим крыльцо, бревна выпущены для крыши над крыльцом, над основным входом. Сейчас пройдем, посмотрим третий колодец. Ну, опять же, производственная наша база. Сегодня еще привезли целую машину леса. Сейчас будем разгружаться. Сниму отсюда наши колодцы. Здесь ребята сделали разрыв, так как будет окно. То есть эти три бревна. Все четко прирубается по уровню, по вертикальному, по горизонтальному. Вот высотная отметка на сегодняшний день 3,15, то есть 3 метра 15 сантиметров уже срублено. И еще два ряда сверху, то есть где-то примерно 3,5 метра мы уже высоту срубили. Так, смотрим, что у нас по диаметрам. Немножко гнутая рулетка, 31, комель, 26, вершина. И здесь у нас 35, примерно это тоже комель. То есть чередуем бревна от широкого к узкому, чтобы они рубились ровно. Вот еще одни бревна прирублены. Ну, вот так на сегодняшний день выглядит наш сруб. Сниму еще сейчас короткое видео по доске, по лиственнице, которую тоже мы уже заготавливаем. Продолжаю видеообзор на второй производственной площадке, куда мы вывозим основной лес, пилим весь пиломатериал, складируем его, сушим доску, имитацию, грузовагонку. Вот у нас еще одна машина с лесом приехала. Из леса сегодня, из делянки, за рулем отец Дмитрий Иванович Белоглазов. Сейчас поремонтируется и будет раскладывать бревна. Самый ровный строевой лес будет отобран на срубы, остальное пойдет на распиловку. Есть у нас уже заготовленная доска, это второй сорт на леса. И сейчас хотел показать я еще лиственницу, которую мы первую партию привезли. Еще пока не обработали антисептиком. Вот. Это у нас будет подкладочная доска лиственница. Видно, у нее немножко другая текстура, более выразительная, похожа немного на сосну. Ну и самое главное, очень тяжелая, не гниет. Обработаем антисептиком и подготовим к отправке, чтобы сделать обвязочный венец из нее. Там тоже на заднем плане у нас заготовленный зимний лес на 21 декабря. На этом видеообзор завершаю. Спасибо за внимание. До свидания.